По составе на 7 часов 30 минут. Значит, аэромобильная группировка Главного управления вместе с оперативной группой прибыли в населенный пункт Ялю, приступили к развертыванию базового лагеря и развертыванию средств связи. Приданные силы и средства судно на воздушной подушке «Арго» Бердского поисково-спасательного отряда и 10 спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда совершают марш в город Горно-Алтайск. В настоящее время проходит населенный пункт Бийск. На 8 часов запланирован вылет вертолета Ми-8 МТВ с посадочной площадки «Карасук» для доставки спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда из населенного пункта Ялю в район проведения работ. В 8 часов 15 минут спланирован вылет вертолета Ми-8 из населенного пункта Барнаул для обеспечения деятельности спасателей координационно-спасательного центра. В дальнейшем силы и средства и оперативная обстановка будут уточняться.